Всем привет! Сегодня мы будем готовить шаверму. Приготовить вкусную шаверму можно легко в домашних условиях. Предлагаем вам наш рецепт домашней шавермы с курицей и овощами. Я абсолютно уверена, что от такой вкусной шавермы вы точно не сможете отказаться. Итак, начинаем с приготовления начинки. Тонко нарезаем огурцы, можно натереть на терке. Нарезаем капусту, помидоры, зеленый острый перец, и лук. Солим, перчим. Перекладываем все в другую, более удобную миску и перемешиваем. Добавляем морковку по-корейски. Вот и все, наши овощи готовы. Откладываем их и нарезаем курицу-гриль. Рецепт приготовления этой курицы есть в одном из наших ранних видео, в котором мы показывали вам рецепт пиццы-гриль. Ссылку оставим в описании. Теперь берем домашний лаваш, мажем сметану и кетчуп. Кладем листья салата, ранее приготовленную начинку, овощи и курицу-гриль. И вот таким способом заворачиваем лаваш. Теперь осталось ее только обжарить на сухой сковороде с двух сторон, примерно по минуте с каждой стороны. Наша восхитительная шаверма готова! Аппетитная шаверма с курицей – отличный вариант для сытного перекуса. Курица-гриль великолепно сочетается со свежими овощами. Шавермы это блюдо называют в Питере, все остальные привыкли к названию шаурма. Но как бы мы ни изменяли название, суть не меняется – это мясо с овощами в лаваше. Это очень вкусное и простое блюдо. Оно никого не оставит равнодушным, ни детей, ни взрослых. Что ж, наше видео подходит к концу, поэтому мы желаем вам приятного аппетита и до новых видео!